Профилактические рейды вышли сотрудники Госпожнадзора Нефтеюганского района. В муниципалитете с начала года произошло порядка сотни пожаров, около трети из них в жилом секторе. В огне погиб человек, были и травмированы. Основной причиной возгораний специалисты называют человеческий фактор. При посещении жилого сектора инспекторы обращают внимание на состояние электропроводки, приборов и обогревателей. Особое внимание уделяют подрастающему поколению, напоминая детям о том, что спички не игрушка. Одиноким пенсионерам и инвалидам, а также семьям с детьми предлагают установить пожарный извещатель. Он реагирует на дым и издает громкий звук, который способен разбудить спящего человека. Для установки такого прибора необходимо обратиться с заявлением в поселковую администрацию. Причем для граждан льготной категории такие датчики абсолютно бесплатны. Основными причинами пожара являются неосторожное обращение с огнем, при проведении огневых работ, при растопке печей, курение. И в жилом секторе причинами бывает, что на плите забывают у нас люди о том, что они готовили. Поэтому в этом случае установка пожарных извещателей очень будет кстати.